Генеральный спонсор прогноза погоды – автосалон «Авто-1». Обновленный внедорожник «Шевроле Нива» базовой комплектации от 548 тысяч рублей. Скидки до 40 тысяч рублей по программам обновления парка колесных транспортных средств на весь модельный ряд. «Шевроле Нива» – для тех, кто молод для ретро. Автосалон «Авто-1». Академгородок, улица Русская, 48. 330-0303. 330-0303. Успей купить! По информации синоптиков Западно-Сибирского метеоагентства, 21 июля ночью и днем ожидается переменная облачность, дождь, гроза. Ветер западный 3,8 метра в секунду, порывы 10-15 метров в секунду. Ночью температура воздуха плюс 12, плюс 14, днем плюс 24, плюс 26 градусов. 22 июля ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный 3,8, порывы 10-15 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10-15, днем 21-26 градусов тепла. 23 июля местами дожди и грозы. Ветер западный 3,8, порывы 10-15 метров в секунду. Ночью температура воздуха ожидается плюс 11, плюс 16, днем 22-27 градусов выше нуля. Спонсор прогноза погоды – Международный томографический центр МРТ-технологии. В новом отделении МРТ-технологии установлен 128-срезовый компьютерный томограф фирмы Philips. Ведущие специалисты города и сотрудники томографического центра помогут вам в диагностике патологии легких, лор и внутренних органов, костей и суставов, сердца и сосудов. Теперь в Международном томографическом центре все современные методы лучевой диагностики. Высокопольная магнитно-резонансная и мультиспиральная компьютерная томографии, ультразвуковые исследования экспертного класса.